Добро пожаловать в научно-технический центр трубной металлургической компании. Центр оснащен современным лабораторно-испытательным оборудованием и предназначен для разработки, цифрового моделирования и проведения сложных испытаний передовых материалов, конструкций и технологий. Оборудование лабораторий НТЦ включает высокоточные микроскопы, спектрографы и приборы для физико-химических методов анализа. Возможности научно-технического центра ТМК позволяют создавать материалы повышенной прочности и надежности, разрабатывать новые продукты и технологии производства, изготавливать прототипы и опытные образцы, проводить испытания и сертификацию по международным стандартам. Испытательная зона НТЦ расположена на площади около 5000 квадратных метров. Здесь отрабатываются технологии изготовления опытных образцов и проводятся их комплексные исследовательские, сертификационные и квалификационные испытания. Здесь можно смоделировать самые сложные условия строительства нефтегазовых скважин и эксплуатации резьбовых соединений. Экстремальные температуры, внутреннее и внешнее давление, агрессивные среды и так далее. В НТЦ ТМК впервые в России смонтированы два уникальных стенда для тестирования труб, трубных соединений и других сложных конструкций в условиях, имитирующих и даже превышающих реальные нагрузки в местах добычи углеводородов. Оборудование стендов позволяет прилагать к трубам максимальные осевые усилия 1800 и 3000 тонн сил, подвергать их термическим циклам с нагреванием до 350 градусов, растягивать, сжимать и изгибать образцы, прилагать внутреннее и наружное давление до 2000 атмосфер. Лучший обзор испытательной зоны открывается со смотровой площадки, расположенной в офисной части комплекса. В НТЦ расположена штаб-квартира корпоративного университета ТМК ТУЮ. Кампус располагает 5 аудиториями, которые можно объединить или разделять на 3 уютных класса. Это позволяет максимально адаптировать пространство под формат обучения, а мультимедийное оборудование делает образовательный процесс интерактивным. В холле университета расположены комфортные лаунж-зоны для отдыха или переговоров в неформальной обстановке. В современном конференц-зале НТЦ на 200 посадочных мест проводятся крупные корпоративные и партнерские мероприятия. Зал оснащен мультимедийными системами высокого уровня, которые обеспечивают телекоммуникацию с другими площадками компании, а также университетами и научными центрами, расположенными вне периметра ТМК. Офисное пространство формата Open Space с переговорными комнатами и отдельными кабинетами расположено на 3-6 этажах. При проектировании НТЦ был применен новый формат организации рабочих мест, где каждый сотрудник одновременно находится в общем пространстве и в своем небольшом кабинете. НТЦ – один из самых экологичных R&D-комплексов в России. Здание использует примерно на 25% меньше электроэнергии и на 45% меньше воды, чем аналогичные объекты. НТЦ ТМК позволил сосредоточить на одной площадке мощный научно-исследовательский потенциал, стал базой для создания новых прорывных решений и закрепил лидирующую роль компании в российской и мировой трубной отрасли.